на 1 сантиметр открутил вот эти вот гайки, вот от этой шайбы, то есть расстояние получилось. Потому что здесь есть зазор, и здесь есть зазор. Чтобы этого зазора не было, вот я и сделал вот такой вот промежуток между гайкой и шайбой. И там тоже. В общем, везде сделал. И пусть потихонечку вот эта часть садится. То есть она же мешает садиться вот, вот этим кругликам. И эти кругляки стятся от вибрации ветра, от тяжести. Вот эти вот. Они начнут потихонечку делать просадку. И дойдут до своего места. А там дальше посмотрим. Все, оставляю это дело. И теперь мне нужно здесь, этой вот черточке, сделать вертикаль. Либо уровнем или отвесом. А потом пилить эти торцы. Чем я и буду заниматься. Гвоздь упал не на землю. Это очень здорово. ДВП забил на карниз 1, 2 и вот такой кусочек. И вот теперь буду делать размер. Как делаю размер, я сейчас покажу. То есть у меня там вот этот стык может даже не подойти именно на доску, а может вот здесь вот в этом пролете пройти. То есть смысл того, что нужно закрыть. Снизу доска подошьется, а сверху можно потом эти соединения. Вот болтается все. Ну, здесь есть доска. Посмотрите, я прижимаю таким вот образом. Вот я поджал. То есть здесь вот такой вот пролет отдельно тоже сделаю. У меня потому что вот этот материал остался. Я смотрю, он подошел сюда, в этот пролет. Ну, думаю, его и установлю. То есть вот так вот поджал, посильнее подстучал, чтобы здесь зазоров не было. Вроде бы все. Делаю черту. Сделал черту. Вытаскиваю. И на стол. И надо будет теперь черту делать. Вот сейчас я покажу, как я. То есть у меня вот черта и вот она черта. Эта черта. И вот эта черта. Вот теперь буду линию делать. Ну, можно и этим ножом. Этим ножом-то неудобно. Тут больно будет. Но он острый нож. Сильно не нажимаю, просто линию делаю мимо. Все, линия готова. То есть еще можно. Видите, неудобно за такие вот ножи. Ручка сильно далеко. Только вот здесь вот, ну, в общем, колебания такие идут нехорошие. Вот этот нож самый-самый. Так, здесь не пролететь. Вот я сделал. Но здесь имеется толщина. Значит, мне нужно немножко отвести нож и под углом такую приблизительную толщину делать. Ну, желательно. И убирать. Вот эту часть. И вот так вот я, смотрите, сделаю. Чтобы видно было. Лишнее убрать.
лишнее убрать. Все, начинаю сгибать. И потихонечку вот я сгибаю. Вот здесь мне мешает. Я вот беру вот таким вот образом. Раз, срежу. Здесь упор произошел. Я вот так вот раз срезал. Ну, как я делаю, так я делаю. Вот эти вот карнизы именно таким вот способом. Все, приподнял. Чтобы не было щелей. Какие есть гвозди, с такими пользуюсь. Конечно, есть гвозди маленькие, но шляпка просто с копейку. Забиваю. Вот такой вот угол получился. Я сейчас снизу забью, и этого достаточно. Можно, конечно, вот так вот под углом. Но тут разницы нет, все равно доска снизу будет еще подшиваться. Не знаю какая, но будет. Все, осталось последний пролет. Вот пойду я в дом. Так, как бы мне не упасть. Вот я зашел в дом. Сейчас подымусь наверх по лестнице. Вот смотрите, потолочная балка приложена прямо на вот это вот бревно. То есть потолок будет здесь вот. Мы его будем видеть, вот этот потолок. Вот этот потолок. Вот здесь должен быть утеплитель. Этот утеплитель как бы проходит на карниз. И вот здесь, например, можно гвоздем забить, и здесь щели не будет. То есть потолок вот здесь будет, здесь утеплитель. Этот утеплитель так и должен продолжаться сюда. Если бы, конечно, вот эту стойку больше бы сделать, да еще завернуть вот сюда, ну это вообще бы было идеально. Ну, вроде бы понятно. Посмотрите, никакого ветра здесь нету. Непродуваемый карниз получается. А если там снизу доской... Да еще землю сюда, то есть вот эта земля, этот утеплитель, и продолжаться будет. И здесь будет тепло, этот угол будет обязательно теплый в доме. Вот для этого я так и все это делаю. Я как пришел к этому, так и всегда и работаю. Ну, вроде бы понятно объяснил карниз. Карниз на улице, а в доме карниз здесь вот на чердаке появляется. Вот так.